Приветствую вас на своем канале, это Топ от Верьемина. Диснейленд – одно из самых волшебных мест на Земле. Волшебное королевство с парком аттракционов ежегодно привлекает тысячи и миллионы туристов. В статистике, парк Диснейленд в штате Флорида каждый американец посетил хотя бы раз в жизни. Но даже частые посетители парка не знают многих ее тайн. Сегодня я расскажу вам о пяти страшных тайн Диснейленда. «Америка Сингс» – аттракцион с названием «Америка поет» располагался в калифорнийском Диснейленде и проработал с 1974 по 1988 год. Инцидент произошел 8 июля 1974 года, через 9 дней после открытия аттракциона. 18-летняя Дебора Стоун, сотрудник Диснейленда, была раздавлена между бетонной стеной и двигающейся сценой. Не повезло девушке. Разрушенный остров. В 1965 году Уолт Дисней купил небольшой островок. Основал там остров сокровищ с аттракционами и редкими видами животных. К сожалению, остров пришлось закрыть в 1999 году. Что примечательно, остров был заброшен, но не разрушен. Он стал закрыт для публики, но некоторые смогли туда пробраться. В 2001 году в озере, полностью окружающем остров, была найдена амеба, питающаяся человеческим мозгом. Название ей – Наглерия фаулера. 95% заражения приводит к смерти. Осведомитель ФБР. В Уолт Дисней сложились особые отношения с ФБР под управлением Эдгара Гувера. Диснею приходилось отчитываться о деятельности всей голливудской элиты, от актеров и режиссеров до писателей и профсоюзных активистов. По сей день правительственные документы о мистере Дисней и его сотрудничестве с ФБР строжайше засекречены под грифом «Национальная безопасность». Прах к праху. В 2007 году во время катания на аттракционе «Пираты Карибского моря» была поймана женщина, распыляющая неизвестное вещество. Начиная с 90-х годов прошлого века, вошло в моду выпускать прах своих умерших родственников во время катания на аттракционных тематических парках Диснейленд. Особой популярностью в этом пользуется аттракцион «Особняк с привидениями». Незначительные частицы праха и по сей день дрейфуют в каждом уголке Диснейленда и в легких посетителей. Самоубийство леммингов. Лемминги – хомяки, населяющие тундру Евразии и Северной Америки. В 1958 году Дисней в Канаде снял фильм «Белая пустошь». В нем показывали жизнь леммингов. При помощи монтажа и подстановочных кадров фильм заставил зрителя поверить, что существует огромная массовая миграция леммингов. Фильм показывает, как лемминги спрыгивают со скалы в воду вниз. Только это не было самоубийство, их просто скидывали руками, поймав заранее. А на сегодня все. Делитесь видео с друзьями, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также оставлять свои комментарии ниже. Все это очень быстро, несложно. До встречи!